Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий. Сегодня мы с вами поиграем в Магику. Магику, вторую часть. Начнем мы с первой главы. Без пролога. Нормальный, сложный, невозможный. Я думаю, можно начать на сложном уровне, потому что на нормальном играть смысла особо нету. На невозможном я, конечно же, уже проходил ее, но... Давайте мы... Фея. Когда вы умираете, вам нравится гулять в одиночестве. Случайным образом усилит некоторые элементы, возрождает вас. Усилит наносимый вами урон после убийства врагов, возрождает вас. Вот Мури мы оставим и сложный. В принципе, игра интересная. Очень интересная. Пройдена была уже... Не знаю, сколько раз, но она каждый раз как в первый получается. Вот. Поэтому... А, все, то есть можно нажать уже для продолжения. Игра интересная. Чего? Привет, незнакомец, должно добро пожаловать. Здорово, да, можно с тобой поговорить, наверное. Ладно, хорошо, так. Тут очень много, достижений с диалогами. То есть нужно поговорить там с каким-то человеком, поговорить там... ну, в общем, поговорить, вот. Здесь... Страйк. Ой, не та игра. Так, а что это за достижение? Не знаю, что это за достижение. Здесь нужна вода. Все один хрен скидывается, в общем, понятно. Извини, дружище, я тебя просто остудил. Ой. Все на себя применил. В общем, давайте просто проходить. Вообще, это... Не знаю, я хотел ее быстро пройти, типа проспидранить, но я не думаю, что у меня это получится. Спасите, кричит Кинир. Все ваши празднества теперь наши. Да вряд ли, дружище. Все, готов. Игра на сложном уровне вполне проходимая, я считаю. Оба, ни хрена себе ты. Ты зачем его бьешь-то? Извини, дружище. Да да хрена вы рядом со мной бегаете, дурачки. Бесите меня, блин. Так, а ты против кого? Гоблины? Так приказа же не было. Ты приказа ждешь, что ли, в конце концов? ЛБ. Эги, вот так и заводят себе муравьев. А. Муравьи бегают. А что делать нужно? Что с этими муравьями можно сделать? Можно водой их. Нет? Не знаю, что с ними сделать можно. Пусть бегают эти муравьи дальше. Никого они не трогают. Меня, по крайней мере, не трогают. И мне не мешают. Вот. В целом, главы здесь проходят очень быстро. Я хочу просто проходить, не особо комментирую, потому что здесь комментировать нечего, в принципе. Надо же, классическое внезапное нападение гоблинов. Давай, пропустим тебя, мы не хотим слушать. Ерунду говоришь какую-то. Так. Блин, забыл. Держать же нужно. А, вот здесь вот нужно запустить. А, упал посох. Шутовской. Но он нам нафиг не нужен, потому что он у нас уже есть. Мне кажется, я застрял на этом чертовом колесе. Почему ты застрял на этом чертовом колесе? А можно тебя как-нибудь остановить?
Нет, не замыкает даже уже. И это тоже не помогает. Работает. Обслуживание выполнил. Дат сегодня бы не возражал, если бы кто-то остановил это колесо вот прямо сейчас. Если не трудно. А как его остановить? Оно не загорается, оно не, ну, ничего не происходит. В общем, кажется, этот погиб, так и не отбросив ботинки. А, да, так и не отбросив. Опа, что это такое у нас тут? Да чё вы горите-то, бежите? Все ж хорошо. А вот эти бегают, им уже нехорошо. Их уже подожгло хорошо. Так, грозовая туча. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. И чё? А как ее активировать-то? Танцуй, танцуй, детка. Нет, пожалуйста. Супер смешное соревнование. Защищайся, или труп невозможно выиграть. Вы просто убиваете меня. Поглощающие заклятия полезны, я знаю. Я знаю, они очень полезны, потому что меня начинает излечать все, что никогда не излечало. Не излечивало. Тут ходит там, ходит, бродит, блин. Здесь можно много чего находить, много всяких пасхалочек есть, много всяких там, не знаю. А что здесь-то делать? А, здесь нужно делать вот так вот. Да, именно вот так. Что-то не лечится совсем. Блин. Ладно, давайте попьем и можно дальше. Играть. Так, лечение молнии. РТ. Стой. Пам-пам. Это самый, знаете, универсальный способ, как можно вообще выигрывать эту игру. Вот щит и вот это вот удар по площади смерти, потому что, ну, он достаточно сильно убивает этих гоблинов, например, и можно, не сильно задумываясь, ну как, лечить себя. В общем, щит. И все, короче, делать больше ничего не нужно. Первую главу мы прошли, я так понимаю, да? Вторая глава сейчас у нас начинается. На первую главу у нас ушло 7 минут. Ну, плюс-минус там, не знаю. Вот вторая глава здесь уже сложнее, потому что здесь есть эти, как называются... Эй, кто дал вам право ходить тут выслушать людей, которые даже не знаете? Иди-ка ты нафиг, пожалуйста. Иди. Отсюда. Так, что с тобой делать? Краб, меня объели, а теперь еще и вы бьете меня по лицу. Вот уж спасибо. Они легко умирают тоже смертью этой, то есть с помощью смерти. Их можно легко так убивать. Здесь все умирают с помощью смерти, как бы это странно не звучало. То есть не особо можно даже заморачиваться. И лечиться, и там, не знаю. Зря. А, ну что зря-то. В принципе, игра очень интересная. Если играть с другом, то... Я чуть в воду не упал, так что... Если играть с другом или с несколькими друзьями, то гораздо интереснее, естественно, потому что здесь много зависит от, как так сказать, от коопа. Потому что
например, магия здесь есть парная. То есть, если стрельну смертью и лечением, вот так вот, то произойдет взрыв. Произойдет такой этот, как это называется там? Ну, короче, блин, взорвется. Вот огромный шар взорвется. Вот. Не знаю, у меня просто нет особого желания комментировать. Здесь нечего комментировать, потому что... Ну, потому что. А что здесь комментировать? Вот мы бегаем, убиваем этих, как их называют. Вот так можно делать просто и... Вообще не подпускать их к себе близко. Да умрите вы все. Этих надо с расстояния убивать просто и все. Они взрываются еще, самое интересное. Самое главное, что они взрываются, потому что... Ой, ой. Смерть уж надо, я забыл просто. Я хотел, думал, электричеством их поубивать, потому что, ну, электричество-то оно... Электричество-то оно всяко будет лучше. А нет. Блин, кнопочку нажал. А, то есть здесь надо определенное количество убить, да? Можно уже идти-то, нет? Спасибо. Еще что-то прошли. Еще что-то прошли. Я не знаю, вторая это была глава. Нет, это не вторая глава, а также и остался на старая глава. Все. Робо-волшебник ветеранский синий получил. Отлично. Вон, оказывается, как все просто было. Тюлени я тоже этих убиваю, котиков морских, потому что, ну, вдруг из них тоже ачивка какая выпадет. Здесь много очень ачивок, которые не связаны вообще никак с игрой. Не добежал даже до меня он. Не повезло. Да. Все, так, что-то. Здорово. Хорош хохотать, ничего смешного не произошло. Вот обидно иногда бывает то, что здесь вот не тушатся пожары. Оп, что там у нас стоит какой-то постамент, к нему наверняка можно подойти. Денис, последнего протыкания 355. Странная шутка, непонятная мне. Так, надо вот отойти и посмотреть, у меня кое-что здесь. Вот, все, посмотрел. Да... Умри. На самом деле здесь все просто. Вот игра простая, да невозможно, даже на сложном уровне сложности. То есть. Умер я единственный раз. Это. Пусть да, это вторая глава. Пусть вторая глава, но. Умер я один раз, и то от какого-то этого волшебника, который. В смысле, а чё он не горит? И не гаснет, и не горит, что-то вообще как-то странно все. Ну ладно. Мне ж не жалко, пойдем. Катсцена должна быть уже, да? Все, все, прошли. И я так предполагаю, что. А, нет, это не глава, там еще краб большой должен быть, по-моему. Да? Да, но это не конец. Не может быть конец главы здесь.
Я вижу, что за мной бежит корабик. Не знаю, зачем я делал вот так, но может, блин. Зачем я их огнем убивал, если спокойно же сам сказал, что они убиваются смертью? Да чё ты меня бьёшь, в конце концов, имей совесть. Но горят здесь все хорошо, поэтому не вижу проблем поджигать их. Вот этих можно так вот убивать сразу, и все. Да... Зачем в другую сторону пошел? Но игра все равно простая, как бы, от того, что она... Ну, от того, что меня сейчас убили, она сложнее особо не стала. Просто потому что. Еще здесь очень часто... Очень много мест, куда можно уйти. То есть, здесь вот незаметные места есть. Куда можно попасть, ну, куда можно зайти и найти какую-нибудь интересную ерунду. Например, я сейчас тут ушел, и тут вот какие-то корабли, линкоры. Тихо. Здесь можно потонуть, и будет очень неприятно. Вот. Я не знаю, что можно сказать еще. Что можно вообще говорить, когда играешь в игру? Я вообще вот сижу и играю. Просто тупо ты и сидишь, и играешь. А вот оно... Сейчас выйдет огромный краб. Просто огроменный краб. Которого нужно... Не знаю, что с ним нужно делать, потому что он... Да, он поднимает вот так вот, и получается, что... А, ну он... Легко умирает, потому что... Ну, блин, не знаю, как-то у меня никогда не было такого, чтобы он так быстро умирал. Всегда он очень долго умирал. Ну, ты чего? Задумался чего-то он, когда я ему сделал магию мороза, хотел побежать. Он что-то так задумался и не хотел поливать холодком, так сказать. О, здорово. У этого к смерти сопротивление. Но у меня много смерти, поэтому я могу его победить. Все, вторая глава тоже пройдена. Я думаю, можно на этом закончить, потому что, ну, чё я проходить, я... Ну, чё дальше играть, если... А, или нет, не закончен. Давайте мы вторую главу закончим, и тогда закончим на, ну, это видео, потому что... Потому что. Что, я все 9 глав, что ли, буду записывать здесь сейчас? В одно видео. Скажи мне, где этот Нострир провидец? Я весьма желаю убить его. О, никогда! Улетел. Следующий. Он из бочки, что ли? А, из бочки вытаскивает. Молодец какой. Ты знаешь процедуру. Попробуй помешать планам повелительницы Ханы. И мы выкинем тебя в океаны. Так, где можно найти Нострира провидца? Я не умею плавать. Я тоже. А, вы тоже? Тогда может... Если он плавать не умеет, может, у него в воде сопротивления нету? Ему просто нравится их убивать. О, волшебник. Да, я получал рапорты каких-то волшебников. Ищите Нострира провидца? Может, нашли мохито, могучего капитана армии повелительницы Ханы? Вы никогда не найдете этого шарлатана Нострира. Его здесь больше нет. И когда мы доберемся до него, он окончательно исчезнет.
Но бояться нечего. И сначала мы убьем волшебников. А потом уж Нострира. Так что у вас будет время пообщаться после смерти. Ахаха. Порка, взять их. Нормально все. Да что ж такое? Да беги, 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 беги. Хорошо, молодец. Надо немножко было полечиться мне. Да беги, в конце концов. Имей совесть-то. И чё ты не бежишь? Он просто не бежал никуда, я просто нажимаю, он не бежит. Ну это уже крайне невежественно просто. Убей его нахрен. Нормально, мне хватит сейчас. Ну и хорошо. Все, один готов. Я говорил, что это универсальный метод просто убийств врагов в этой игре. Смерть и атака по кругу. Все. То есть не нужно придумывать ничего нового, не нужно придумывать ничего там сверхъестественного. Просто берешь и убиваешь вот так вот. Просто вот берешь и убиваешь. Вероятно, значит, что орки уже знают, где дитя и пытаются вести следы. Вероятно. Но мы не будем тебя слушать, потому что, ну, что тебя слушать. В общем, на этом я хочу закончить. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, делитесь видео с друзьями. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.